Уф, как же я устал, блин. А, нога болит. Надоело уже идти. Тут столько этих животных, офигеть. Вот, походу, это та деревня, где еще аттракционы были. Какая-то сегодня плохая, кстати, табличка. Вы покидаете деревню. А, это, наверное, если это вы в ту сторону идете. Какой-то домик, кстати. Так, о, вот он мой домик, да. Рядом с колодцем, по описанию, даже почти соединен. Вау, прикольно тут как. Телек что-то не работает. Работает, точнее. Свет включу, пожалуй. Столько тут лампочек. Офигеть. О, еда. Сладенькая. Лампочки запасные. И нож с тарелками. Да, то, что надо. Тут буду, видимо, готовить. Да, посижу, отдохну, посмотрю телек тогда. Пойду прилягу поспать. Но сначала я выключу свет и схожу в туалет. Так. Искупаюсь, конечно же. Так. Что тут ведь все время открыто? Может, я все время забыла, ну ладно. В туалет схожу. Что это за звук был? Что это за звук? Что-то типа такого так. Окно. Наверное, из-за ветра сильного. Выдуло его, что ли. Да, вот стекляшки. Хотя не, похоже, будто кто-то его разбил. Ну ладно. Тут жителей много. Что это было? Житель, вы что творите? Что вы себе позволяете? Пожалуйста, не надо такого больше. Отдохну. Фу, блин. Я проснулся. О, кстати, окна заделаты. Может, мне все приснилось? Хотя, как странно. Что это такое? Вы кто? Фу, блин. Мне приснился какой-то сон про чудика, у которого белые глаза. Блин, напугал меня, кстати, очень сон. Я где-то видел его на картинке. Кстати, надо будет стекло заменить. Ладно. Так. Пойду-ка я тут. Есть дома с книжками? Здравствуйте. Здравствуйте. А тут есть дома какие-нибудь с книжками? Ну да, конечно, пройдитесь, найдете. Мы, кстати, если вдруг мы нежданный гость зайдете в дверь, то у нас это все нормально. А, ну спасибо. До свидания. До свидания. Так, что с этим домом? Это заброшка. А. Вау, тут столько вещей разных. Офигеть. Ладно, лучше не трогайте, там всякое уже старое. Наверное, мужик хочет все тебе себе это забрать. Так, что это за домик такой? Еще один домик какой-то. Ох ты! Вы идете в другую деревню. А там с той стороны, наверное, другая деревня, да. Тут аквапарк есть, вау. Ой, тихо. Что тут написано? Какая интересная деревня, кстати. Идет постройка дома. Не входите. Не входите! А, извините, я проверить. Свинушка. А еще какой-то дом, и еще какой-то дом. Воу. Тоже заброшка. Может, это дом библиотекаря. Сейчас проверимся. Походу,
дом библиотекаря, я вижу книжки. О, тут крыша проломата. Извините, это чей дом? Это дом этого библиотекаря. О, а туда можно ходить? Ну да, там раньше была надпись «Библиотека бесплатно», но ее кто-то сломал. Ладно, до свидания. Да, кстати, что там за крыша проломанная? А, да, кстати, это вчера же дождь видели, он там что-то случилось. Понятно. Интересно. Так, возьму-ка я тут книжечку. О, книжка. Книга о Херобрине. Как же, как там непонятно написано. Так, хорошо, и летучая мышь, я же испугался. Так, самая история. Ну, интересно. Вообще, здравствуй. Здравствуйте. А, мы сегодня увиделись вон там, ну да. Вы друг библиотекаря? Да. А можно я возьму это, книжку о Херобрине? Не советую тебе ее брать, но... Не знаю. Лучше дай. Почему? Ну, просто дай. Вот. Блин. Все, до свидания. До свидания. Из кармана быстренько достану. Оп. Достал у нее из кармана книжку прямо. Стекла надо было поменять. Ладно, сейчас вызову мастера. Здравствуйте, а вы не знаете тут никакого мастера? Ой, вам плохо? Вам помочь? Сейчас я уберу этот камень. Сейчас. Все, я убрал этот камень туда. Залезайте, пожалуйста. Давайте руку. Давайте руку. Давайте. Покрепче держитесь. Давайте руку. Давайте быстрее. Ах. Ну не хотите, как хотите. Возьму снова этот камушек и поставлю. А где он? А вон. Все, спасибо за то, что у меня починили дом. Не за что. Какой быстрый мастер вообще. Так быстро починил, так еще и надежно. Сам постучал по этому окну кулаком, и оно не разбилось. Ладно, посмотрю. Янкет. Ну, тут плохо связь ловит, простите меня. Ладно, купаться сегодня не буду, я вчера искупался. В туалет, пожалуй, схожу. Ну, все. Помою руки. Все, пошел я. Эх, чё, я где-то свет, что ли, не выключила? Ну-ка. Да не, везде выключил. Ночничок включу и буду читать книгу о Херобрине. Вот. Херобрин, брат Нотча. О, я знаю его, это же знаменитость, блин. Он создал вообще наш мир, можно сказать. Так, брат Нотча. Самый добрый человек. О нем мало что известно... Но известно только то, что он обожал творить добрые дела. Тут описываются все добрые дела. Все понятно, помогал жителям. Что дальше? Но однажды случилось так, что Херобрин узнал о ценности алмазов. Начал забывать один. Но тут пришел клип, и взорвался. Интересная история. Его потом похоронили, и выяснилось, почему он стал злой, с белыми глазами. Вот чувак, который я видел во сне. Он в стандартной одежде, но там немножко крови. У него белые глаза из-за алмазов. Еще когда его взорвали.
пойду сложу эту книжку. Что за фигня? Опять окно выбито? Да вы издеваетесь. Надежно, блин. Ой, не то. Сюда положу. Надежно, блин. Бесит уже это как. Все. Выключаю ночничок и спать. Ой. А что я тут делаю? Интересно. Все жители... Что? Что они такие суетные? Что случилось? Чё молчите? Окна выбиты. Сколько тут людей? Хера, блин. О, блин! Окно! Помогите! Помогите! Ай! Я не могу от него убегать! Нет! Нет! Что-то было. Блин, какой страшный сон. Пойду искупаюсь. Ой. Это было страшно. Я весь вспотел от страха. Фуф. Ой. Что творится? Где я? Что творится? Где я? Помогите! Что творится? Где я? Что случилось? Подо мной паук провалился будто. Я не могу туда залезть. Помогите! 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 Что это было? Помогите! Как я же обратно залезу? Решил искупаться, когда в конец фильма наступил. Что такое, херобрин? Не можешь подняться? На улицу нафиг. Чё ты покинул? Всё, я убил херобрина, да я ж красава.